Главы крупных городов области собрались в Мурманске, чтобы обсудить проблемы и поделиться положительным управленческим опытом. В региональном правительстве состоялось заседание Совета муниципальных образований. Среди обсуждаемых тем – ЖКХ, административный контроль и практика модернизации городских систем. Правительство отмечает, что качество муниципального управления стало заметно лучше. Примеры административной работы показывают даже за то, где гражданская и военная жизнь поставлены на одни рельсы. Так уже второй год подряд лучшим среди закрытых муниципалитетов области становится Александровск. Комиссия оценивала в совокупности множество факторов, начиная с образования, заканчивая уровнем жизни. Мы сегодня что-то увидим, почерпнем новое, поэтому мы будем брать. Вот на самом деле в сегодняшней ситуации зато Александровск уже второй год подряд становится лучшим среди зато. Поэтому, если будут спрашивать и готовы перенимать опыт, я готов его передавать. Что же касается проблем, то чаще всего население обращается по вопросам ЖКХ. Лучше всего в плане проверок управляющих компаний показали себя мурманские Апатиты. Отличились и в Североморске. Во всех домах флотской столицы специалисты водоканала установили современную систему учета и контроля поставляемых ресурсов. Североморск – одно из немногих муниципальных образований, в котором полностью стоят приборы учета общедомовые на всем жилфонде. Поэтому не просто стоят приборы учета, которые учитывают ресурс, который поставляется в многоквартирные дома, но и при этом система учета автоматизирована. То есть показания этих приборов автоматически приходят в диспетчерскую службу МУП «Водоканал». Совет муниципальных образований Мурманской области, по мнению большинства участников, это отличная площадка для обмена опытом. Ведь из-за значительной удаленности населенных пунктов друг от друга увидеть ту или иную положительную практику у руководителей местных органов власти просто нет возможности.